Так, всем привет! У нас сегодня будет большая распаковка. Сейчас Симу сниму, потому что это прибежала, кинула и убежала в другое место. Сейчас вот будем распаковывать. Я сейчас, наверное, все открою, поставлю, а потом лучше покажу, чтобы, ну, не шелестеть. Так, ну давайте. Здесь 7 качанчиков кукурузы. Ребята, у Василия Васильевича по 30 рублей. Красиво. Красиво. Так, шоколад растаял, бедолага. Сейчас я его в этот в холодильник. Набор для ухи вот такой. Йогурт. Какой-то с этими... С мюсли. Мюсли злаки. Мой любимый биби-крем праймер. Я его обожаю. Вот взяла вот такой попробовать кондиционер для белья. Никогда не пробовала. Попробовать взяла. Щетку пора менять. Курица одна. Кошкам. Обычно я кошкам заказываю на Озон. Жидкий корм. Ну, заехала. Заехали было по скидке. Соусы мои любимые. Тоже сейчас скидка в Магните. Это чистящее средство для ванны. Это понятно. Какой-то рис взяла. Не знаю. У меня, кстати, свет горит, смотрите. Бесполезно. Кошки сидят, ждут еду. 6 часов мы только домой пришли. Рис какой-то длиннозерный. Смотрите, лентяйку купила. Свеклу вареная, порезанная соломкой. Хочу свеклу, но так лень варить. 2 пачки взяла. Еда. Вот это все. Вот, куда я опять сниму? Еда кошачья. Это все по 800 грамм. Одна только 350. Тоже скидка была. 2 авокадо. Ну, еще не очень, им еще чуть-чуть подоспеть надо. Такие еще твердоватые, но красивые. Сироп кленовый. Знаете, что почитала? Здесь не сахар, а, ну, сахароза фруктовая, вот эта, которая с этого... Блин, у меня очки надо достать. Краска для волос обычная, черная. Кефир. Вот такое сухое горючее взяла попробовать одно. Помните, раньше в школе горелки нам делали? Вот такую икру попробовать. Она имитированная, но это... Меня Уля любит, и я вообще считаю, что она полезная тоже. Потому что здесь же этот, ну, ламинария, вот такое все. Мой любимый томатный сок. 2 бутылки масла дешманского, потому что я собакам, когда иду варю, я всегда масло лил. И 2 упаковки яиц. Яйца по 97 рублей. Они, наверное, не очень крупные, но у меня вообще это... Не нормальное, хорошее яйцо. Мне просто это не заботится. И вот еще. И там еще дети сидят, ждут. Мы сейчас будем. С работы пришла. Уляша дома была. Это у нас тут большая распаковка. Сейчас мы будем. Смотрите, что я купила. Ой, такую штуку. Вообще хочу переодеться, конечно. Смотрите. Система для приучения кошек к унитазу. Я не знаю, как это у меня будет получаться. Здесь есть полная это... Ой, инструкция. Она есть и на словах на той стороне. Ну, здесь нарисован рисунок. И сейчас мы кое-что еще будем распечатывать. Вот коробка лежит. Я сейчас кошек еще не кормила. Эту не помню. Кормила, не кормила, вообще не помню. Все на автомате делаю. Все, давайте сейчас переоденусь. Что я это... На работе сегодня была. Девок покормлю. И будем распаковку снимать.
мой пакет с пакетами. Вот такие у меня покупки. Сейчас. Для тех, кому немножко непонятно, почему я говорю, что я с работы, а я нахожусь в отпуске. Но я говорила, что у меня квартальный отчет. Поэтому я сегодня ездила просто его сдавать. И все. А после работы сегодня мы ездили с Кирюхой в МФЦ. Я сдала документы. У меня теперь нет паспорта. И забежала в этот Магнит. Все. Поэтому я с работы, а то сейчас начнете тут. Я работала, потому что я сдавала квартальный отчет. Потом ездила в МФЦ. Все на все. А так у меня отпуск продолжается еще. Мне в понедельник на работу уже. 8 июля. Мы решили начать с лотка кошачьего. Это закрытый лоток для кошек. Мы купили его на Озон. Что там, доча? Лопатка. Смотрите, в комплекте идет лопатка. С кормушками. Я не знаю, для чего они. Сейчас мы его соберем. Что здесь? Вау! Это так и стоит. А, не, вот так. Вот защелкивается. Цена у него была. Да, он же открывался. Цена у него была 1100 рублей, по-моему. Я всегда хотела закрытый лоток кошкам купить. И мне, ну, они очень дорогие. В этот раз попался хороший. Смотрите, здесь есть. Смотрите, здесь есть система вентиляции. Она закрывается, открывается. Вот здесь есть такие штучки. И там даже, смотри, уголь лежит внутри для вентиляции. Ну, вот этот вот уголь, который поглощает всю эту. Не надо, пускай в пакете будет. Да, в туфликах кладут. Пальчики убирай. Это кошки будут сюда ходить, в туалет. Кирюш, а вот эту штуку не надо сначала, а потом крышку? Нет, не надо. Это вход. Это дверца. Только я думаю, дверцу пока не одевать. Ученые кошки будут. А там инструкции нет? Нет, ну, инструкция есть на сайте. На Озоне в рубрике, наверное, в характеристиках или там где-то. Ромочка. Я накормила. Смотрите, я вам какую бандурину купила. Одних буду на унитаз приучать, других вот сюда. Нет, не попал. Очень симпатичный такой, прикольный. Прикольно, да? Вашей тоже такую хрень надо. Да, чтобы вашей прям вот где у вас лоток стоит, прям вашей будет идеально. Лапки, да, лапки протер. Очистить вот так. Ну, приподнял вот так вот. Видите, оно там заделается какое-то. Приподнял и все. Ее открывать не надо. Это силикагель, это не угу. Транспортировочный. Ну, такие штуки можно вот сюда прикрепить, если надо. Посрал, поел, попил, посрал, посал.
но они нам не нужны здесь пока вроде бы. И лопатка, да, прикольно. Вообще. Да, дверцы. Ну, пока нет. Я пока просто переживаю, чтобы они хотя бы нашли, что здесь. Что это вообще такое. Прикольная вообще штука, ребята, рекомендую. Прям гляньте. Прям все там закрыто. Вообще бомбезный. Вообще. 1000 рублей стоит такая вот классное приспособление. Не нюхай. Вообще класс. Так, ну а следующее у нас... следующая у нас покупка. Это... Это мебель. Это жерка. Я ее хочу вот сюда. Мне кажется, я рассказывала где-то в каком-то из видео, что меня вот это все вот это вот достало. Вот это все. Но оно, конечно... все равно будет там что-то стоять, потому что, ну, это русские, я думаю, что не только русские, но все равно туда будем кидать. Но вот сюда, я купила эту жерку вот такую. Вот тут вот она. Она, короче, 17 на 17, и высота у нее сколько? 83, да, по-моему, высота? 82. В общем, высота. Там... можно с любой стороны, там с дверцей она будет, дверцу или в эту сторону. Но у меня открываться, чтобы в эту, конечно, была, это удобнее. Ну, в моем случае. И вот она вот тут вот идеально встанет, просто идеально. И даже не придется зеркало перевешивать. Я взяла черного цвета. Были белые и черные. У меня обувница черно-бежевая. А это какая-то черная. Материал у нее, я не знаю, что это, спрессованный какой-то пластмасс. Она пластмассовая, вижнется. Какая-то фиг поймешь. Она пластмассовая. А мне кажется, какой-то... Не-не, она пластиковая. Пластик. Ну, такой толстый пластик. Толстый достаточно. Пластик. Ну, в общем, сейчас мы будем собирать. Собирается она без ключей. Да? Да. У нее даже есть ручка такая. Короче, без единого гвоздя, как изба. Кошки пошли. Сейчас Кирюшка соберет, и я вам покажу результат. Сама пока пойду переоденусь. Ребят, в процессе распаковки выяснилось, что здесь есть какие-то болты. И представляете, такая маленькая отверточка шла. Какая она? Крестовая, да? Крестовая. Угу. Такая маленькая отверточка, кстати, еще пригодится в других местах. Вот эта дверца. Вот эта дверца, сразу говорю. Все, Кирюха будет собирать. А хотелка. Вот, смотрите, вот такая вот она получается. Здесь полочки вот такие вот. И здесь еще полочка. Здесь для салфеток. Для бумаги, для салфеток. Можно использовать для чего-то другого. Все, маленькая классная полочка. Она мне четко... Вот именно вот такая она мне была нужна, махонькая. Вот сюда вот. Вот она вот здесь вот великолепно вписывается. Смотрите. Смотрите. Вот она тут вписалась, как будто она тут и жила. Сейчас мы ее загрузим. И все. Вот она и под цвет подходит.
Сейчас потом я вот это все там, что там валяется, всякая гребеня. Если будешь шататься, можно ее на двух сторонах. Она, во-первых, хорошо так стоит. Вот она хорошо стоит. А если еще загрузится, то вообще будет. Тут я еще не дойду убрать. Ну, царская повкуснее, конечно. А, ты икру открыл? Угу. Нормально, да, зеркало надо протереть. А она лопается, нет? Лопается. Да? Она по вкусу дает сухарики красные краткие. А ну, открой, пожалуйста. Ты это. Сынок, а что ты делаешь там? Угу. Блядь, надо было брать еще. Блин, вот смотри, Уля на шестерку поставила и ушестерила. Все. Я этого не делала. Почему котел горячий? Че дома жарко? Я, говорит, котел не трогай. Хорошая, да? Давай еще мы. Я еще говорю, Кирилл, давай выйдем к машине, откроем ее, попробуем. Я говорю, кленовый сироп взяла. Он без сахара, он с фруктозой. Попробовать. Я не пробовала. Пробуйте, да, дальше? Понятно, все ясно. Какая вредная она у меня вообще. Да. У нас есть, мы же поместье, я забыл. У нас место просто нет. Я забыл, что у нас на стене паука висит. И Роман ее прокинет тебе. Там, ну вот, ну я забыл. Ну, ты уже достал все. Рома, это кошкин туалет. Это чтоб не воняло такой порошок. Вон мисочка. А это миски. Бабушка будет сюда кормом насыпать. Да не бугади, унитазик. А, вообще, да, зачем? Ну, только в кухне лоток стоит. У меня там умирает рыба. Смотрите, он помирает. Но он уже 7 лет у меня живет. Я не удивлюсь, если он скрякнет. Так, коробки, бумажки. Все на розжиг. Да, две коробки. Спасибо, но это колючка. Еще вот эту фигню не пробовали никуда. Времени нет, когда я уже сама попозже. Рома на унитаз сходил. Ручка. Улину выкинули в сидушку от унитаза. Да ну, конечно. Да он пока не будет, вот ты что? Это сажать его только если. Нет, он провалится вновь. Потом попозже. Колючая вода. Рома! Сынок, это химия, нельзя это. Будет сжечь тебе руку. У нас, конечно, такое. Женя привез чуть-чуть картошки этого года, помидорчиков, чуть-чуть огурчиков. Ну, короче, я пришла только что, мы вот 5 минут назад уже очередь стояла. Морковка и абрикосы. Какие абрикосы? 200 рублей. 200 рублей. Я их не очень люблю. Ой. А этот с грабалями. Так. Пойдем, сынок, на площадку. А ты будешь его есть? Нет. Откусил, укусил. О, да, Димку Зара. Стоять! Пошли, все. Не знаю, вот это капусту, наверное, тоже он привез. Да. На своем. Мама уже побрызгала тебя. Мама, побрызгала тебя. Я уже побрызгала. Сынок, ну я же побрызгала. А не надо? Я взяла. Вот скоро Дашка сказала, что помидор вообще... Я побрызгала. Все, мы же побрызгали. Иди гуляй, а то сейчас солнце сядет. Ты будешь садиться?
Господи, курдом. Замолчи, сейчас пойдем домой. Я же ее только выгнала, у меня времени нет. Уже 7 часов, я ей вообще еще ничего не... Вообще ничего не успеваю, вообще. 7 часов вечера, блядь. Вообще ничего не делала. Сейчас пойду домой. Все. Где, блядь, чокнутая? Сходила за кастрюлей, чтобы варить кукурузу. Оставила, поставила и пошла, блядь. Вообще башка не варит, вообще. Я устаю. Жара сильная. Ну, как сильная? Я ее не чувствую, понимаете? А организм, видно, ее чувствует, эту жару. А я не обращаю на нее внимания. Мне от этого легче не становится. Я еще не думаю, пожалуйста, все как, блядь, стояло, так все и стоит. 19:25. Сейчас поставлю варить кукурузку. Вот, все стоит. Взяла с нее магните, ну, книжечки вот эти. Знаете, так классная такая. Тут столько прикольных рецептов. Я такая полистала. Вообще класс. Класс, сейчас я... разгребусь, сяду, почитаю. Взяла помидоры, огурцы, морковку попробовать. А, мне какие-то купоны дали. Сейчас магните, вот такая штука. И знаете, ее открываешь, короче, и там внутри, на что у тебя скидка. И ты с этим купоном приходишь. Сейчас попробую. Посмотрите пока на Семену. Вот, видишь? Люби свою кожу. Продукты Гарнир помогут. Значит, у меня вышла дополнительная скидка. 10% на крем для депиляции вид. Вида. Так. Ну, в общем, короче, прикольная штука. Знаете, вот много их, если набрать, как лотерейку открывать. Прикольно. Очень интересно. Что здесь? Сейчас посмотрим. Так. Будь собой. Любое средство для меня мытья посуды Фэри, нежные руки, за 179 рублей. А цена, вот эта 9, литровая почти 900, вообще цена у нее 219, а тут за 179. Пожалуйста, ну, в общем, и так далее. Все, в общем, убираю вот это, ставлю варить кукурузу, ребята. Вот такой небольшой видосик. У меня уже рыба растаяла. Видите, курицу убрала. Все, пока-пока всем.